исповедание есть свидетельство, сопряженное с подвигом. Именно поэтому мы почитаем мучеников и исповедников, тех, кто не погиб в результате своего свидетельства, но для коих свидетельство соединялось с великим подвигом. Было бы большой ошибкой думать, что свидетельство, исповедничество – это удел прошлого. И сегодня, казалось бы, в благоприятных, более-менее спокойных и даже для многих комфортных условиях жизни исповедание Христа связано с подвигом. Потому что никогда слово о Боге не воспринималось просто. Мы всегда имеем отпор со стороны тех, кто не принимает Христа. Это не значит, что наше исповедание должно быть конфронтационным, что мы должны идти на некий бой за свои убеждения. Никакими крестовыми походами никогда вера не укреплялась и не утверждалась. Сопротивление со стороны тех, кто не хочет слышать о Христе и не желает принимать Его заповеди, должно сопровождаться душевным миром и любовью даже к тем, кто не готов нас слышать. Но если в какой-то момент, а такие моменты возникают, исповедание Христа связывается с трудностями, с испытаниями и со скорбями, никогда не следует бояться этих скорбей и испытаний, памятуя о том, что устами исповедуем ко спасению.